dvhub.ru. Заканчивается монтаж балок перекрытия над кинозалами. Все собраны. Готовимся к заводке сети, полной работе, к отделочным работам. Также произведено авансирование. Наши деды, прадеды, с чем работали? С кирпичом. Ладно, деды. Ну, наши планы закончить работу в 20-м году, скорее всего, на 4-м. Ну, что это? 2 года у нас. Заканчивается строительство 6-го дома. Ну, люди-то обращаются, да, вот мы пытаемся этот вопрос решить и просили вас подключиться лично, да, и понять, как дальше действовать. Посмотрим, то есть дорогу вы проектировали с учетом численности населения и в этом, и в следующем направлении. Какие же, габариты? Да? Какие габариты? Габарит здесь 6 метров. 6 метров? Это мало, конечно. Не, вот она будет. Освещение. То есть урны, автобусная остановка, опять же, та самая умная, которая у нас в программе. И летняя организация, и зимняя. То есть не каждый городок, он как бы, у нас предусматривает еще и организацию зимнего города. В данном случае эта площадка как раз таки вот и используется. Да. А потом уже уйти вовнутрь и заниматься только этим. dvhub.ru